За час по линиям проходят до 8 тысяч больших и маленьких банок. Здесь готовят кетчуп, хреновину, аджику и другие соусы. В среднем в день цех выпускает 60 тысяч единиц продукции. Сейчас в ассортименте фабрики «Агропродукт» 120 видов заправок. В основном соусы расфасованы в стеклянную тару, но также выпускаются пластиковые бутылки и дойпаки на местный рынок. Стеклянной тарой пользовались те наши хозяйки. Во-первых, это экологически чистый продукт. Во-вторых, вы всегда видите сам продукт. Песто, дижонскую горчицу, аджику и другие соусы пробуют не только хозяйки, но и известные кулинары. Каждый год компания «Агропродукт» привозит золотые и серебряные медали с международных выставок. Однако технологи – народ творческий. Они постоянно создают новые оригинальные рецепты. В следующем году «Агропродукт» представит сразу несколько новинок. Соусы для гриля, барбекю, греческий с оливами, а также необычные горчицу и аджику с цитрусовым вкусом.